Госавтоинспекция Севастополя провела общегородской профилактический рейд «Пешеходный переход». В четверг несколько экипажей дорожно-патрульной службы выехали на оживленные городские улицы. Особое внимание инспекторы уделяли соблюдению правил дорожного движения пешеходами и водителями при проезде пешеходных переходов. Целью данных оперативно-профилактических мероприятий под названием «Пешеходный переход» является не только пресечение и предупреждение, а также выявление и пресечение админправонарушений со стороны водителей, которые не предоставляют преимущества движения пешеходам на обозначенных пешеходных переходах. Задача рейда – снизить количество ДТП с участием пешеходов, в том числе детей. Добавим, что с начала года в Севастополе зарегистрировано 637 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Почти половина из них, 247 случаев, это наезды на пешеходов. За несколько часов проверки было составлено 7 административных постановлений по факту нарушения правил дорожного движения. Один из таких эпизодов удалось снять в нашей съемочной группе. Административным кодексом Российской Федерации за данные административные правонарушения предусмотрена ответственность в размере 1500 рублей. В госавтоинспекции Севастополя напоминают, необходимо быть особо внимательными у пешеходных переходов. Водителям не забывать о необходимости снижать скорость, а пешеходам при пересечении дороги удостовериться, что их пропускают. Основная ошибка водителей, считают инспекторы, неумение вовремя заметить пешехода и оценить условия видимости и обзора. Нужно помнить, что из-за поднятых воротников, головных уборов и капюшонов пешие участники дорожного движения зачастую не видят приближающийся автомобиль. Переходить дорогу следует очень осторожно, оглядываясь по сторонам. Подобные профилактические рейды инспекторы будут проводить регулярно.